Рации. Ой, выпендривался. Да. Чех, блин. Да вообще. Норм же. Ну, это норм. Ладно, приглашай там чё. Пригласил, чё? А, блин, у меня опять эта хрень. У меня верлей не работает. Давай я тебя приглашу. Ну, давай. Ты меня не вне сети. А ты у меня в сети. Бля, а как, типа, согласиться на приглашение, когда не работает эта хрень? О, Да я пригласился. вошел к тебе. Да, я говорю, пригласился. Нет, ты мне не слал пригласить, я сам зашел. А-а-а. Так, мы чё, как, типа, вдвоем? Погнали до. Дуо. Окей. В до не так сильно душат. Кому-то Так, там в меня... дуо. Я на паспайдере буду играть. Ну, фига себе ты. Так. Окей, смотрим. Смотрим. Стрим идет, да? Да? Не лагает? Да нет, тут обычно нормально всегда было. Это Не, когда ты Дискорд не вылетаешь лагает. из самолета, у меня лагало к чертям. Не, когда у тебя лагает игра, у тебя лагает Дискорд. Не, я в курсе, я имею в виду при выборе персонажа, по-моему, у меня лагало. Мощность на полную и вперед. Слушай, может быть, типа, что-то с Дискордом произошло, он, типа, начал жать много от графической карты. Потому что они же там Дискорд... как раз вот эти вот новые какие-то нововведения вели. Дискорд в целом жрет много. Ну, сегодня типа... у меня, типа, отинтегрированный карт. Типа, знаешь, типа, Дискорд у него как? Он, типа, держит процесс на себе, просто чтобы Дискорд работал. Потом у него веб-сервис. Потом у него еще один поток для разговора, с которым ты находишься прямо сейчас. Угу. И еще что-то. То есть итого 4 потока, когда ты типа пользуешься всего одним. Но 3 бегут еще параллельно. Ну вот, короче, видимо, действительно в Дискорде проблема была, Задержите потому что это дыхание. действительно хорошее Если объяснение тому, продолжать. почему именно онлайн игры у меня лагали. Что Дискорд был включен. Ну а типа. Дискорд у тебя может жрать. Графику, процессор, оперативу. Ну, не, а графику, получается, мы же тогда, типа, пришли к выводу, что этот... Я, кстати, не посмотрел, летит с нами кто-то или нет. Ну да, вот, летят. Типа, он как раз, графическая карта жрал много, видимо. Первый Из-за этого были проблемы. Блин, там рядом кто-то палит? Повезло нам, мы уже в кольце. Да, Макс. С нами тут люди. У тебя? Нет вообще. Так, я беру Еву и... О! Там. Не, я вообще не вижу. Убийством. Берегитесь. Перезаряжаю. Эй, в меня стреляют! Эта хрень когда-нибудь попадет? Тебя убили? Нет, я сижу. Граната! Пиздец. Я в нокауте. Взять. Лидер по убийствам. Они еще прям... Блядь, это просто пиздец. Че они? Они даже... Они типа... Если бы я сидел на жопе ровно, гранатами бы меня не задело. Короче, на расстоянии этот хэвок или как, он там вообще никакущий. Там прицел надо, чтобы там на расстоянии. Мне написали только что. Макс, типа, хэвок на расстоянии хорош. Я не знаю, я вообще ни разу, ну, вот один раз попал. Не, вообще ни разу, по факту. Ну, хорош и стрелять из него уметь, это две разные вещи, да? Не, плох и умение стрелять, это... Короче, ты плохо с ним стреляешь. Да, конечно. Не, я не стреляю, твин говно.
Вы все говно. Говно должно говорить громко. Громче. Ну же, мы победим, победим. Какого хрена у них персонажи каждый, типа, ну, различается по размерам, а? Я в полной боеготовности. А? Какого хрена? Ну, так надо. Так интереснее играть. Как в онлайн-играх, в которых можно типа создавать рост персонажей, там он сильно варьируется, типа профи-игроки создают самого мелкого персонажа, чтоб хрен прицелиться. Перед вами чемпион. Я где-то в какой-то игре это видел. Неспосланный богами. Ну смотри, ты в пятерке делаешь огромные АЦ, тебя бьет босс по сброскам. Ты делаешь себе огромный спецброски, тебя бьют по АЦ. Поступили результаты теста. Вывод твоя. В смысле, не зависит от твоего размера, тебя можно закидать АУЕшками. О. Мне кажется, вот хорошее место для приземления. АУЕшки... Задержите дыхание, если вам нужно дышать. АУЕшки по АЦ вообще есть, не? Вроде нет. Где АУЕшки? АУЕшки по АЦ. Ну, по КД. Нет, по КД странно звучит. Нету АОЕшек по АЦ. Не существует. Беги в комнату, я здесь вот соберу. В комнату. В ангар беги! Внимание, первая кровь. Враги пролили первую кровь. Уже кого-то убили. Здесь корпусный здесь... щит. Нет. Первого уровня. Раунд. Начинаю отсчет кольца. Здесь сторожен. Там люди. Опять что ли? Да, я реально есть. Че, тут файтите? Не-не, на улице. Окей. Я предлагаю их зарашить. Там никого нету на улице. Мы валим или че? Ну я лутаю, дальше лутаюсь. Внимание, чемпион уничтожен. Чемпиона убили. Это ты здесь топаешь? Ну я просто иду. А здесь кто-то топал? Ну, может, это я был. А вот и я. Сложно сказать. Простите. Не попасться бы новому лидеру по убийствам. Здесь кто-то был внутри. Слышь? Да, там и наверху были. Пошли отсюда. Здесь есть модификация. Череполом. А, давай за. Это патроны валяются легкие. Все это там. Там стрельба назад. Ты ее видишь? Ага. За тобой ехать. Погнали. Там еще будет ад, но ты не переживай. Меньше минуты. Ты где? Они там сзади. Я обхожу. Стреляю. Перезаряжаю. Бросаю дуговую звезду. Мы недалеко от конца. Там много хпшный. Да я знаю, я одного убью. Второго тоже. Где-то еще один есть. Вот как надо. Да, из другого сквада. Здесь не нападет, потому что у него хп вообще нет. Не боись, нападет. Хиляться нечем. Я дверь подпер. Спасибо. Он там? Тебе за заботу. Мне он где-то тут. Внимание. Есть ничем хиляться? Кольцо уже движется. Здесь шприц. Где? Внутри?
Да, в лутбоксе. Я хиляюсь, чтобы прикрывать. Тебе чем хиляться? Я сейчас этим займусь. Чуваки тут. Секунду, дайте подлатать раны. Макс, они тут по другой лестнице. Готовь жопу. Внимание. Готовь жопу. Перезаряжаю щиты. Припасы. Обожаю. Ремонтирую тебя. Яп. Да сука, он просто бошку выс... Можешь заползти сюда? Забей. Видите, кто я, маршал? Ну да. Шансов мало было. Я просто чекаю, он высовывает свою голову, а она, блядь, одинакового цвета, что и текстура. И его нихуя не видно. Ну, типа, один склад странным образом размотали. Да мы подсосали. Ну, не знаю, урон нормально, на самом деле, нанесли. На два склада. Так что все нормально. Подняв боевой премиум пропуск сезона. Вы можете отсосать. Чё? Чё говоришь? Да, я там подсказки были. Да могу отсосать. Вообще нет проблем. Но говорят, с боевым премиумом этим... сексуальный. Я как раз отполировал крюк. Что ты на лобби не играешь? Не знаю, что-то я типа ее способности, типа магазин такая, типа, странная вещь. Нормально кинуть ее телепорт у меня не получается. Я просто сегодня пил, выпил, у меня реакция вообще в говно, я сейчас понял. Причем пиво было выпито в 8 утра, да? Да, да, и будет работать до 4 вечера. Я как работаю, так и пиво пью. Эй, вы, с дыхательной системой, задержите кадр. Не, ну я с перерывами пил, но так, по факту, где-то каждый час одна бутылка. Как же тебе грустно на карантине, ой, не на карантине, дома. Да. Макс, мы лутаемся здесь, и здесь будет, типа, либо нихуя, либо нас изнасилуют. Блин. Да заберись ты туда! Кто-то приземлился, пока я пытаюсь забраться, а я, оказывается, не могу забраться. У меня дверь 99-х, Макс. Я хэвок нашел. Внимание, первая кровь. Девятая надо. Давай. Скажу, что две. А, не, не надо, я вход сами нашел. R99. Уже не надо. Врагов видел? Нет. Ладно, буду. Вместо хэвока. Это бегаешь? Я под огнём. Нет. С фиолетовым броником. Уронил ее. Я где-то 80-ку нанес ей. Она там. Открыла дверь. Да, сука, я вижу. Там еще напарник. Там, вот, там в коридоре напарник. Она поднялась. Лоб поднялась. Смотри, меня напарник Макс, добивает. Макс, я тебя продал. Ну, я тебе пытался говорить, что с ним. Надеюсь, помогло. Блять, их двое. Да, на 96 нанес ей. У меня просто укрытия вообще там не было. Я в этом коридоре был и все. Даже двери нету. Эх, блин, было бы укрытие. Не воспользовался бы я им, но все равно.
Жиза. Да. Что, вода воскресенье борда? Но судя по всему. Готов, готов. Мне уже не терпится. Я не знаю, за кого играть. За Вильгельма, видимо, придется. Они даже не поймут, что их накрыло. Да я за железяку, но мне у него не нравится активный навык. Он какой-то реально странный. А я займу свою нишу и буду чемпионом да, вашей игры. Да, займешь свою нишу. Все правильно. Это ваш чемпион. Значит, выпускающим буду я. Я завершаю. Сейчас, алкоголь из мозга выйдет, мозга-то нет. Так, с нами до хрена народу. Я знаю. Но весело. Так что, нам втащит. Я знаю. Окей. Для тебя? Я вырубил врага. На враг лестнице. Сейчас. Там еще кто-то есть? Я пошел их пушить. Ладно, кем? Блять, я ушел. Перезаряжаю. Положил. Блять! Не успел броник добрать. Блин. А, Ева, блин. Мне не хватило одной секунды, чтобы броник забрать. Да я старался. Я даже урон нанес. Ладно, относительно нормально. Да у меня по факту был скаут, короче, и Ева. И все. Ну, я нашел 301 и Еву. Еву. А бил с 301, да? Не, почему? Я типа высадил 3 обоймы с 301 и 3 выстрела из Евы. Да, ну, я этого парня с Евы, конечно, броник пробил, но не убил. Типа 2 раза попал. Ты про лобу, который на нас выпрыгнул, или чувака, который в конце? Не, чувака в конце. Не, с лобой я тебе тоже помог, я тебе подму лупил по второму. А потом улетел. Привет, здорово, привет, Андрей. С нами будешь? Андрей, я купил не козла, а кружку. Андрей, я купил настоящего козла, да? Ты ведь это просил? Да. Настоящего козла, ты, смотри, Максима купил? Андрей, не надо меня путать с собой. Я свои обещания не нарушаю. Я не нарушал свои обещания. Я буду выпускающим. Я не выпущу такой возможности. А вот ты мне обещал, что Гинтаму посмотришь? Нет. Вот. Посмотри. Купи No Man's Sky, а я подумаю. Ну, понимаешь, в No Man's Sky, когда буду играть, мне с кем-то Гинтаме надо общаться. А не с кем? Поехали. Летим далеко, но весело. У меня есть хороший друг. Он очень хорошо умеет говорить про Гинтаму. Что? Ты ему скажешь, Гинтама хорошее аниме, он скажет тебе, иди нахуй. И прям идеально для тебя собеседник. Очень его позову. Кто? Ладно, поехали. Чё за хрень ты порешь? Чтоб такой человек существовал, да не может такого быть. Он существует, да я тебе больше скажу, он сейчас лежит у меня на диване. Скажи ему, что типа за Гинтаму ответил. Макс, Макс, помоги, блядь, там лоба, откуда? Блядь, недобитая, 15 хп. Готово! Красавчик. У меня хп теперь нихуя нету. Эй. Макс, дай купол, дай купол, приз на меня. Ладно, забей, 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 забей. Всё, забей. Насчет Гинтамы я тебе могу пообещать только одно. Чего? Что в отпуске я ему дам шанс в 10 серий. Хорошо, а с третьей серии смотри. У меня! А, на тебя.
Если я в отпуске буду, я посмотрю 10 серий. Не, не 10 серий. Посмотри тогда полнометражку. Сука, у меня забагался пес, я не мог на крышу подняться. А что там другу не нравится Гинтама, а? Думаю, не того. Где они, Александр? Погоди, Андрей. На крыше. Знаешь, как он называет аниме? А, он вообще в общем аниме так называет. Он называет аниме «Зомбо-гомосяцкая история сатаны». Смотри, какое аниме? Блять! Все аниме он так называет. Все, окей. Макс, там каусик на крыше. Он типа охуенный, но аниме он не любит. Блин, у меня только Ева по факту. Искал без патронов. У него есть другая. Макс, там один остался. Он любит World of Tanks. На крыше? Да, на крыше. Спасибо. Нет, не пускается. Меня убивает. Давай, дуэль. А, сука, ёжи. Патроны! Сладко ты. Присядь. Позырь, пожалуйста. Слева выходит, Макс. Ну, ладно. Все, вот ты умер. Сука, все, я сгорел. Подкинул, чтобы тебе было удобно. Андрей, ты с кем говоришь-то? Блин, Александр, я старался. Он там типа отрегенился, что ли? Откуда у него столько ХП? Нет, у него просто... Типа, я его не успел пробить. Типа, сенсор его начал выпирать. Это на свете должно прям заебись видно. Андрей, если ты разговариваешь не с нами, пожалуйста. Ну ты видишь точки? Я не вижу. Какие разводы? Не, именно точечки, маленькие точечки. Бля, Андрей. Иди нахуй, точки, покажи мне. Андрей, иди нахуй. Андрей. Вот где. Андрей, матом тебя прошу. А развод, да, где? Сейчас. Блядь, а сейчас... Короче, блядь, я завтра с утра при солнечном свете покажу, не видно. При солнечном свете. Ну, знаешь, как маленький. Знаешь, типа, такой, типа, не, хуйня. Да погоди, я тебе не солнечные очки при солнечном свете покажу, бомба будет. И вот такой, типа, давайте солнечные очки, такой, типа, блядь, нихуя себе солнце. Да вообще, блядь. Вот у меня звать... Пушки, вы меня звать будете? Слушай, так ты с нами, что ли, играть собрался? А хули я к вам зашел? Я не знаю, ты вообще с кем-то там непонятным разговариваешь. Славик вполне понятный тип. Ну я не знаю, микрофон тогда выключай. Он мне тачку починил, между прочим. Гипердвигатель поставил? Неправда, да, Славик. Да, да, именно гипердвигатель. Он вообще охуенный механик. Ладно, с следующей пачки. А он скрэп-механик? Он любой механик, Саня. Любой механик? Да, он вообще... Спроси у него, почему Дискорд так сильно с графической картой жрет. Саш! А он RG-механик? Слав! Почему Дискорд сильно видеокарту загружает? Он подумает над этим вопросом. Молодец! Ответ настоящего механика. Чем? За гайки закрути, Славик, приз. А? Он сказал, что... В специализированном ПО он не сильно шарит. Это не специализированное ПО, это полное хуйня собачья. Я туда вон высаживаюсь. Окей, я сюда. Но с нами пати. Максим, так ты будешь покупать себе новый мускай? Ну, наверное. Блять, они ко мне сели, охуевшие твари. Макс, бегу к тебе. Следующее кольцо совсем не близко. Проверьте карту. Позови меня. Кстати, Макс, ты посмотрел видюху, что я тебя скинул? Какая там видюха была? Напомню. Ну, про этого. Агент Хаоса. Альфа 19. Нет. Посмотри, это тебе охуенное вдохновление для монстра в ДНД. Макс, а будь осторожен, тебя могут эти чуваки изнасиловать. Тебе этот Альфа 19 очень понравится, Максим. Понятно, смотрим. Александр, я на крыше? Их я не вижу, они ушли, видимо. Походу ушли. Я в хате. Не-не-не, ушли внизу. Живи, просто живи. Я броник сбил. Где? Там где-то была. Вы охуели. Положил. Чтоб не подняли. Видел второго?
Грахнул, дал много дамаги за бочкой. Ушла на кушке, внутрь хаты хилится. Чемпиона убили. Эту штуку им никогда не пробить. Не успеешь поднять. Тебе с тобой. Твоя помощь очень. Ладно. Чинюсь. Аж хилит. Если что, у меня тут где полфект? На крыше. Дай секунду, убил. Близ. Бил, красавчик. А. Тём? Чё дать? Красавчик. Вот это убийство. Секунду. Мне нужна была секунда, чтобы дохилиться. Всё забрал. А там нихера не было, Макс. Ну топ хилка была. Ау. Нормально. У меня наконец-то не лагает, я даже могу типа тащить. Первого уровня. Здесь сменщик. Кольцо так далеко. Я очень удивлен, что он смог минуты отхилить. Андрей, ты меня просто про новом скай держи и в курсе скидок. R301. До кольца прилично, а времени не так уж много. Александр, держи, увидишь, скажи. Окей. Так, пошли отсюда, здесь нихера нет. Стреляет, блядь, кто-то! Откуда? На крыше. Там чувак сейчас жрает. Блин, я броник сбил. Да хули толку, блядь, два сквада. В смысле, там еще один сквад, что ли? Да, блядь. Пец. И эти чуваки, блядь, не начали стреляться между мной, между собой. Не начали, сука, вдвое фокусить меня. Пиздец. Конченые. Я еще удивлен, что там два склада оказалось. Там чуваки слабые пришли. Так, Андрей. Зову. Come on here. Че тебе, животное? Короче, у тебя задача посмотреть полнометражку по гентами и Redline. Ну, это еще... А сколько в Redline серий? В смысле, это полнометражка. Мозабик хер. Ну ладно, тогда... Вот, короче, первую полнометражку по гентами посмотри и, короче, Redline. Все, вот, две. По полтора часа обе. О, Саша киберспортсмен. У меня Мозамбик хер. Слан ты хер, Мозамбик. Мозамбики. Так вот, Андрей, запиши. Максим, я выпил пиво и вискаря. Мне хорошо, иди на... Вот, поэтому запиши. Мозамбик хер. А то, когда Саша... надо будет покупать No Man's Sky, я тоже скажу, что выпил пиво и вискаря, хотя я вискаря не пью. Слаш, кстати, в принципе, Вильям Лоусон неплох. Кто? Мозамбик. Ты хочешь ранкет, Макс, типа? Да, давай, пошли. Да, Макс, нас порвут на золоте. Саша, если ты еще раз хоть скажешь про свой ёбаный Мозамбик хуй, я ливну. Александр, выбьем тебя, давай готов нажми. Макс, ты понимаешь, что типа что это сейчас будет? Андрей бухой, ты бухой, типа. Я не бухой, я после такой. После опьянительный транс у меня. Классно. Слышь, ты транс после опьянения. Ты меня бухим еще не видел, бля. Он не транс, он трап, не путай. Я трап, да. Давай так, типа, мы будем играть с четвертой голдой. Ты смотри, типа, сейчас, типа, мы файтились в дуо, и я даже убивал людей, так что все нормально. Потому что это не ранкет. Да не, я все равно убивал людей. Хуй с тобой. То есть, заметьте то, что каждый раз меня убивали на крыше. Не лазь на крыше. Чё? Не лази на крышу? Ну типа, залез на крышу, отстреляйся, присядь. Да-да-да-да. Отличная пати. Золото, серебро и бронза. Да, нормально. Ну не то, что там какие-то ложки, только типа золото и так далее. Не, ну золото я честно апнул. Золото моё. Я вообще удивлен, что у меня тройки серебра. Не, мы типа... Никита на меня допушил 4 серебра. Mm-hmm. Я 4 серебра вместе с тобой поднимался. Мы, если что, вот туда лезем. А потом я типа сам кое-как дошел до первого еще серебра. Я вообще не знаю, что там. Там есть лут.
А чё мне это? Ты до 500 жил, что ли? А? Ты до 500, говорю, ждал? Да. Ну типа, я хочу на центральную херню. А я хочу Мозамбик. Эх, чуть тебя трахну. Максим! Не для тебя моя ягодка свела, иди нахуй. Но я тебя все равно трахну. Неважно, что у тебя там, ягодка или патиссон. Да я сам тебя трахну. Саша, мы с Максимом пьяные, так что не выебывайся. Да я же вас сейчас как трахну. Следующее кольцо так далеко? Да, именно. Как говорит мой хороший друг, мы ваш род совокупляли. Род? Да, род. Весь род. А вам норм, типа, взаим одну хату лутать? Ну не в одной хате. В одной, Максим, в одной. Тогда чё ты её не то лутаешь? Это броник пометь. О, пустолет. Ой, блядь. Я не хочу тактику, я хочу быть пьяным. Корпусный щит второго там уровня. А, да? Уже есть. Так, народ, есть. Типа, даю вам текст задания. Наша задача дойти до топ-10 и дать мне один килл. Нет. Саша, мы пьяные, иди в жопу. Тут есть набор сокровищ. Мне насрать. Ню-ню-ню-ню-ню. Здесь Хэмлок. Чтоб ты понял, Саша, я последний раз пил виски года 4 назад. Не надо было пить виски 4 года назад. Ну, это маг. Так, о! Что у меня по луту? Степь, да степь, кругом! Пусть Андрей, залёт! Выгоним нахрен! Успокойся. Ладно. Потому что ты притворяешься, я в этом уверен. Нет. Да, конечно, нет. Я эту зону прочекаю. Не, ну, алкоголь я правда пил. Не, ну, алкоголь ты пил, но то, что ты петь начинаешь, это ты притворяешься. Не, петь я просто люблю. И трезвый и пьяный. Макс, до зоны далеко? Да. Посмотрите на свои до зоны? Карты. Пиздец, как далеко, Саша, ты понял. Погнали. Погнали за мной, чуваки. Let's go, guys! Кольцо далеко. А? Сверьте координаты. Let's fuck some guys! Вон там есть открытый контейнер с припасами. В нем лежат штучки и еще немного штучек. Типа, Андрей, а твой друг просто так, сидит и смотрит, что ты делаешь или что вообще? Он спать собирается. О, нормально. Вот такое бывает. А я его не осуждаю. Просто я ему завтра рано на работу. Плохо. А что он тогда у тебя делает? Там внизу почти никого нету. Мы с ним пили виски и пиво. Что, в чем проблема? А виски как, прямые или косые? Косые, блядь, виски мы пили. Неплохо. А зачем косые? Затем, Максим. R99. Кольцо уже рядом. Шприцы себе найдите, что главное, чтобы у вас их было штуки 4 у каждого. У меня одна большая. Одна большая шприц? Ну, в смысле, один большой шприц, да. Кольцо уже движется по карте. Не, чувак, если я говорю вам, что вам нужны маленькие шприцы, типа, ищите маленькие шприцы, они вам пригодятся. Ищу маленькие шприцы, нету маленьких шприцов. У меня в команде человек-пылесос, Саш, мне тяжело что-то найти. Здесь точно кто-то был. Потому что как-то странные вещи накиданы, либо они как-то расположение лута раскидали. Андрей. Здесь есть ранец. А, нет, здесь были люди, это инфа. Да, ну я и говорю, только они за собой запирали. Да, и вон там файт был. Мы на веревке вверх едем. Поздравляю вас. Ну, ты можешь тоже с нами проехать. Я в гейме не езжу. Андрей, ты на стриме. Ну я ж не сказал слово на букву П. Ну все равно. Партизан? Ты сказал, что тебе не нравится определенная личность. Я сказал, что я с ними не езжу, я не сказал, что они мне не нравятся. Ты сказал, что они тебе не нравятся, поэтому ты с ними не ездишь. Тогда в чем логика? Скажи, почему ты с ними не ездишь? Ну, потому что я ленивая жопа. Не, не подходит. Где-то пальба. Далеко. Готовь жопу, здесь могут быть люди.
Я тут. Прям сейчас. Я тут прям сейчас. Андрей. Блять, нет, завтра на работу. Повезло твоей работе. Здесь шприц. Ну да, я же охуенен. Стрельба на клетке. Короче, меня только Вадя. Ему завтра не надо на работу. Ваде? Да. В душе не ебу. Вон, вижу врагов. Не стреляй пока, не стреляй. Андрей, что-то не... там вышел. Андрей, может, Андрей, укроешься? Андрей, назад! За укрытие. Мы не можем в них ворваться прямо сейчас. У вас, Саша, у тебя спидфайр? Да. Вот тварь. У меня тоже спидфайр. О, пидор. Ой, пардон, Андрей, пардон. Сука! Максим, прости, я реально не хотел это слово говорить. Я сам себя осуждаю, все. Пардоньте, блять. А, ротайтесь по кругу, сюда. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, в топ-10 мы попали. А, там лоб открыла магаз. Ёба открыла магаз? Ёба открыла магаз. Го врёмся к чувакам, прям наверх. Я лут могу призвать, ребят. Пошли, и врываемся. Го! Я когда сказал прям наверх, я типа реально дал зипку наверх. Они внизу? Да. Я думаю, броник сбил. Дай купол. Пригодится. Куда? Она к вам идет наверх. Блин. Ой, блядь. Зачем купол-то нужен был? А, он был нужен был 5 секунд назад. Я... Если типа дать там купол, то можно от него нам играть. Потому что типа им врываться в купол неудобно. Эй, сложно. Я поэтому погнали. Поэтому погнали обычное трио. Да. Ладно, давай обычное трио. Сыж, да? У, бля. Андрей. Опять куда-то свалил. Типа. В обычных трио думать надо, просто врываешься и все. Да не знаю, зачем думать? Что тут думать? Прыгать что надо. Что тут думать? Ты куда ушел опять? Я умер. В смысле ты умер? Ты куда ушел? Я никуда не уходил. Ну вышел из матча и нажал готово. Рыхлая. Блять. О, стоп, ребята, отмена. Блять. У меня лутбокс был. Чего у тебя? Лутбокс. Господи. Так, какая разница? Чего тебе лутбокс это даст? Нового персонажа, что ли? Ну а вдруг классный скинчик на мою тефтельку. Потом откроешь. Надеюсь. Лайфлайн классная, у нее тефтельки на голове. Тефтельки на голове. Покойся, новый скин будет без тефтелек. Я чуть не хлебнул из кружки соевый соус. Зачем ты пьешь соевый соус? Ты что, дебил? Соевый соус тефтельки. Это кольцо просто зверь. Я сказал соевый соус тефтельки. Нормально. Зачем тебе соевый соус тефтельки? У нас пати три женщины, отлично. Да? А ты что хотел? Я хотел 4. Вот. Стань настоящей женщиной, тогда будет 4. Я буду выпускающей. Следуйте за мной. А так у меня мжик сбик кахонас.
Твой мужик Ваканда! Он с этим, с лысым из рестлинга, друг. Чья? Ну, с Дэйном Скаладжосом, он же тоже... Александр, зачем он не говорит? Дадаларан! Зак Гальфиканакис. Слушайте, сверху пати летит такая же, как мы. Посмотрите. По составу. Слушай, там снизу на нас летит еще одна пати. Чуваки, будьте осторожны. Сука, граната! Блять, Макс, кайф, ты бы сказал, что идешь сюда, у нас ноль. Я, блин, на другую пати смотрю. Офигенно, Макс. Давай бей ее! Иди сюда, тварь! Идите трахну, Броня, блядь! Понимай! На тебе поебалу, тварь! На тебе ебалу, поебалу, тварь, на! Ну а, нормально, броню поднимай, быстро беги, Андрей! Умри, мразь! Стреляют! Блять, убили. Сорян, Александр, я хотел сказать, и потом увидел, что там такая же пати, как мы летим. Сверху, да, еще снизу была пати. А еще там... Ну, короче, пати такая же, как мы был. Понятно, буду играть на каустике. Зачем? Андрей! У него больше шансов затащить. Андрей, не тормози. Андрей, куда опять это существо опять свалил? Твой рот существо! Да ты существо, ты куда свалил? Согласен, рот Макс существо, а твоя хуйня какая-то. Саша, а ты вообще тварь? Знаешь, как говорится, желтый уебище. О, у меня два лутбокса. Молодец. Когда давай готовы, нажимай и пошли, потом откроешь. Да, я лутбокс открою, Максу. Макс, как думаешь, кто быстрее купит еще одного перса? Я или Андрей? Ты. Ты. Андрей, сколько у тебя кредитов сейчас? Сейчас, подожди. Сейчас лутбокс открою. Господи, ты что там перчинным ножом открываешь? Хреном он своим его открывает. 9600. Такой подходит и по балде бьет. На, у меня на... У меня 10200. Ты впереди откроешь, Саш. Ну, типа, мне надо целых 3 уровня апнуть, тебе уровня апнуть сейчас проще. Жми готов, давай, подожди. Я, наверное, кстати, я, наверное, открою этого Октейна. Когда... Не надо открывать Октейна, надо нажать на кнопку, молодец. Вот теперь главное, можешь открывать Октейна. Главное, не крипто. В смысле, чё тебе Кодзима не нравится? Максим, сколько потому у тебя зрителей? Меня. Максим, сколько сейчас у тебя зрителей? Один. Один. Мой друг одобряет, что ты... Мой друг говорит, что ты топ-стример, и он тебя прям обожает. Найс. А он меня вообще смотрел? Судя по словам, нет. Да. Он тебя не смотрел и не будет смотреть. Почему это? Он на Твиче, если кого-то смотрит, только хардплей. И все. Хардпорно смотрят? На Твиче? Слушай, хардплей, это есть такой тви, это на Твиче стримит. Хуй. Блин, а какого черта он его смотрит, когда есть я? Ну просто он бородатый и мускулистый, а ты дрищавый в шляпе. Я бородатый. Я тоже сейчас бородатый и не брился целую неделю. Саша, ты не мускулистый, А, я подумал маскулинный. Какой ты там маскулинный? Саша, где? Ты я тебе показать, где маскулинный? Да, где ты там маскулинный, а? Да погнали, чуваки, прям в маркет. Это ты так показываешь, насколько ты маскулинный, что ли? Да, мы дропаемся прямо да в маркет. Конечно. Говно это, бля. И Андрей, и просто Андрей вылетел из маркета. Я поднял легендарный мозабик. Молодец. Да, я с тобой доволен. Я тоже. У меня еще один мазобик тут есть. Нет, подожди, это ведомо. Блять, лаги ебучие. Ну, Андрей, ну и хули ты дверь закрыл? Или это не ты дверь закрыл? Кто там палит? Похоже, мы в следующем кольце. Перезаряжаю. Ты добил его? Да. Найс. А у него напарник был? Замечательно, первая кровь. Враг. У него броника нет. Перезаряжаю.
Обхожу. Вон там. Это что, лупонь? Саша, у тебя есть тяжелые патроны? Да, но я не дам. Окей. Вроде не вышел, возможно. О, пардон, пардон. Он вышел. Я что-то открытие не слышал. Двери. Добавляю еще одну ловушку с газом. Но у него броника нет. Он вообще свалил, скорее всего. А, Макс, на веревке на крышу погнали. Броник кто-нибудь видел? Я вам передавал. Саша, че ты меня не зовешь на крышу? Потому что ты был на улице. А, здесь чуваки, здесь чуваки. Дал с ракет одному. Быстрее, Мозамбик! Макс, помоги Андрею, плиз. А где он? Блин, я уронил чувака, но меня уронил другой. Он на лестницу поднял, он на второй этаж, ребята, идет на второй этаж. Максим, он под тобой, Саша, он под тобой, Саша. Нахуй я ты купол дал? Я думал Андрея поднять, я уже кинул купол. Сорян. Поднимайте меня. А, так, Андрея, Андрей поднимет Макса. Да, я поднимаю лучше, чем Максим. Я просто думаю, что сейчас буду Андрея поднимать, кинул купол, он уже говорит, что он наверху на лестнице. Эй, спасибо тебе, дружище. Так, мне лайты нужны. Андрей, дай кальян. Сейчас. На. То, что нужно, детка. Что нужно, детка? Дайте мне тяжелых патронов, будьте братьями, я тебе легких дам. У меня мало тяжелых. У меня вообще мало всех патронов. На легких тебе, Саш, дай тяжелых. Я тебе могу дать вот столько. Все, на тебя легких. Я тебе легких дал же, да? Да, спасибо. Благодарю. Секунду. Дайте подлатать раны. Давай я там буду. Давай. О. А, Мозамбик хер. Относительно нормально. Блин, я даже тащу относительно. Я двоих положил. Молодец. О, даже друг меня одобряет. Здесь корпусный щит. Да, у вас уже всех есть. Первого уровня. Нету. А, у меня есть, да. Куда идем? Мы в следующем кольце. Что вы там отлично пробегаете, тяжи оставили. Да. Вот, можно. Я забрал ровно то, что мне надо было. Андрей, дохилься до фула, плиз. Андрей опять куда-то позвали, он ушел. Так, Макс, с чем сходишь? Ведомый R99. Так, здесь кто-то был. Не полностью, скорее всего. Я открытые двери видел. Я тут, ребята, если что. Okay. Я долечился до фула, Саш. Здесь есть ранец. Отдай мне, Максим, пожалуйста. Oh. Ранец. Спасибо, Максим. Взял поздно. Блин, сколько у меня банок? О, ведомый. Заебу. Еще банок остался. Да пускай Андрей берет. А нафига тебе рюкзак нужен, Андрей? Ну, в смысле нафига? Ну нафига. Саш. Погнали на веревке. А, да, сейчас, сяк. Саш, удовлетвори мое любопытство, пожалуйста. А. Вы вчера с Никитой пошли в Апекс или нет? Нет. Ведомый нужен кому? Ой, не ведомый это. Да, ведомый. Здесь мы найдем нечто любопытное. Не, ведомый у меня есть уже, Максим. Угу. Подожди, вчера... Я не собирались вчера в Apex пойти? Нет, я просто от них ушел, и у меня такое появляется сообщение, что Саша вошел в Original. Ну, это Саша. Не, я реально вошел в Origin, я подумал, типа, заберу пак, а потом подумал, да в пизду это растянется. И лег спать, я все равно опоздал на работу на 20 минут. Ага. Потому что я заходил в Origin. Так. А мне нравится... Кстати, на прошлой неделе на меня на работе докопались. Знаете, по какой причине? Давай. По поводу твоей немаскулинности.
Нет, я просто приезжаю на работу чуть заранее. Ну, минут за 30-40. Ну, это нормально, я считаю. И я... А, можно задать вопрос? Вы что, пешком сюда шли? Да. Понятно. Мне можно продолжить? Да, продолжи. Ну, я прихожу минут на 40 раньше. Ну, на 30 точно. И я вместо того, чтобы идти на работу, сижу в машине и смотрю ютубчик. Здесь тяжелые боеприпасы. Кайф. И до меня доебались, типа, хули ты сидишь, смотришь ютубчик, если можешь работать. Да, какого хрена, дай? Работай, тварь немаскулинная. Работай, да. Здесь аккумулятор щита. Здесь прицел. Для короткой дистанции. То развелось тут немаскулинных, а? Есть желание за тропом сбегать? Ну давай. Только нас там здесь будет. Аптечка. Здесь аккумулятор щита. Погнали. Спидфайр, если кто увидит, маякнить. Спидфайр! Блять, фая! Ты тоже пьяный, что ли? Нет, песня такая есть вообще-то. Да-да-да-да-да. Блять, фаер? Да. Не, блять, фаер. Скинь мне ее потом, ладно? Надо. Добавляю переменную. Я сегодня две игру купил. Аж за 120 рублей обе. 120 рублей за игру? Не, за обе игры. Максим, за обе игры. Макс, за обе щеки. Ну, Максим и обе щеки, это понятно. Я могу кинуть щеки там, блин, а? Я могу кинуть лут. Да, нафиг надо. Го за мной. Слышь, ты. Смотри, я еще. Все за обе тобой, щеки. Блин. Ничего больше го не надо. Нашел что? Врага. Я пытался поменять хилку. Для Андрея. Там врага нет. Я тут, блядь. Хули тебе от меня надо, тварь мускулинная? Я тебя трахну. Себя трахни, тварь мускулинная. Я себя трахаю, а тебя я трахну. Тварь мускулинная. Я тебя могу трахнуть, понял? Тварь мускулинная. Ну кидай свой дроп куда-то. А. Я скинул уже. Что развелось тут всякие. Нам надо занять какую-то точку. Саша, блядь! Хватит пиздить мой шлем! Опять шлем? Нет, не нет. Шлем. Там был фиолетовый нокдаун щит вроде, да? Да. Так он уже не шлем спер. Это уже мем. Саша пиздит шлем, это мем. Это как то. Это то же самое, что Алёша, верни Галич. Кого? Галич. Шо это? Саша, расскажи ему сам, мне лень, я пьяный. Ты ж пьяный. Максим, а что ты пил? Пью. Что, откуда? Какой? Эй, меня стреляют! На крыше. Да, увидел. Не вижу. Ты хуй напомнил, Дарик. Ай! Там хуй! Я упал! Саша, подними! Не могу. Да ползай! Андрей, ползи! Иду, Максим, иди! Быстрей! Давай, Максим! Блять, граната! Поднимай меня, тварь! Беги! Да не туда, блять, Андрей! Я не там. Эта тварь на крыше сидит, ёпт, на театр. На какой? Блять, я в нокауте. Чё, издеваетесь? Вы кого-то там убили? Похоже, мы в следующем кольце. Ну я гранатами неплохо продамажил, газами. Привет, Саш. Пока, Саш. Ну, типа, смотри, я надамажил.
Я убил двоих. Я же говорю, я гранатами надамажил их. Да, Саш, ты охуенен. Ты почти так же классный, как Вин Дизель. Да-да-да-да. Слышите вы? Не-не-не. Это Вин Дизель почти такой же классный, как я. Вин и Дизеля. И я не чувствую своей вины за это. Саша. Александр, Вин Дизель круче, потому что... Значит, у тебя ее нет. Дизель круче, чем ты, Саша, не вобью. Главное, чтоб не Дизель шел. Мне кинули опрос, в котором можно ответить. Я Валя. Может ответить? Ты кто? Не Валя. А кто ты? Не знаю, видимо, я Валя. Я хочу ответить на этот. Саш, чай. У меня к тебе очень важный вопрос. Помоги мне, пожалуйста. Мне реально сейчас нужна твоя помощь. Давай, Андрей, Ваня. Ты не Валя. Как мне сказать Владу, иди нахуй? Влад, иди нахуй. Который Фрига? Да. Хер знает, так и скажи. Не, ну мне как человек, я его уважаю как человека, я не хочу слать его нахуй прямо. А как ты его хочешь послать? Ну, Влад, я тебя шлю нахуй не прямо. Я не хочу играть у него больше как игрок. Это ну, типа, играть так у него. Скажи. Типа, да. Я уважаю его как человека, но играть у него это то же самое, что читать книгу. Но читать книгу, сука, я могу в любое время, и мне никто мозг ебать не будет. Что ты читаешь ее неправильно? Да. Да. Надо с конца ее читать. Это не Коран, Макс. Ребят, я умираю. Правда, есть другие книги, кроме Корана? Да, Макс, типа, представляешь? Камасутра. И Камасутра. Хорошо, есть три книги. Канзак выходит так, из игры, у меня написано. Меня вылетело, Максим. Есть Коран, Библия и Камасутра. Все, мы определились. Ну, да. Типа, мир стоит на трех книгах, да, типа. Коран, Библия и Камасутра. Нет что, Библия никакой это, Библии, вы о чем? Есть Библия, мануал, это... как смотреть Ракнаген Waffles. Ну так это оно и есть. А, ну ладно, тогда. Саш, ты Максиму не верил, Максим брехло еще то. Так что не надо ему верить. Андрей, еще раз вот такое обращение ко мне я действительно не куплю на Умынской. А ты обещал купить его во втором квартале, Максим. Ну, до сих пор идет второй квартал. Последний месяц остался. Последний месяц, да. Ну вот. Вы знаете, именно ты все стремишься к тому, чтобы я его не покупал. Максим, ты понимаешь, что если ты купишь на Умынской, мы с тобой с Сашей будем делать все, чтобы тебе было весело. Даже выебем тебя в жопу, если хочешь. Я его куплю, но играть я в него не буду. Ладно, Саш, в любом случае выебем типа, тебя. Типа мы просто его изнасилуем, потому что я уверен, он не умеет так мансовать на летающем корабле, на корабле так, как я это умею уже. Саша, иди нахуй, ты заебал уже этим случаем. Ну это такой трэш, Андрей, это просто кладезь говна. Знаешь, ты просто такой типа опускаешь ведро в колодец. И зачерпываешь просто полное ведро говна и выворачиваешь себе ногу. И такой, типа, кайф. И слышишь, доволь, знаешь, типа, весь такой в говне, шоколад и зубки блестят. Саш, ну уже год прошел. Да, год прошел. Ты все забыть его не можешь. Потому что лучшая игра в современности. Какая? 10/10. Контент на кончиках пальцев. Ну, поэтому я не хочу в нее играть. Потому что контент только на кончиках пальцев? Да. Контент только на кончиках пальцев. На кольчиках. На кольчиках, пацаны. На кольчиках контент. Контент на кольчиках. Он на кольчиках. Кольчик на калибре упала. Знаешь, как проверить, Андрей, вампир или нет? Не знаю, насрать под коврик. Можно и так. Ну давай, насрём, посмотрим, что с ним будет. Смотрите внимательно. Не сри мне под коврик, твар. В смысле, мы хотим проверить, вампир ты или нет. Александр говорит, что это проверит, вампир дайте ты или нет. Дайте мне чесночные гренки, я их съем. Нет. Я свое дело что за знаю, хрень, уж Андрей? Поверьте. Надо, типа, либо тебя на кол посадить, либо... Насрать под коврик, выбирай. Либо на кол, либо на кукан, там, одну из двух. Идите нахуй оба.
Нахуй. Нах. Я с вами по-братски, а вы как эти, как там, твари. По каким по-братски? Сам такой бить не ему, он подобыл. Че? Да мы тебя по-братски. Между прочим, сейчас... Я, между прочим, сейчас второй форсаж посмотрел. Чего? Я чувствую себя живым. Типа не, а не, не самый лучший форсаж. Мы просто с другом по порядку смотрим. Посмотрели первый, теперь второй. А на гребне волны перед первым смотрели? А? На гребне волны перед первым форсажем смотрели? Слав, ты на гребне волны смотрел? А? Новый. А? Старый. Нет. Не, я не смотрел, а друг... Александр, у тебя Андрей тоже прерывает? Ладно, поехали. Да. Вы меня слышите, ребят? Да, смотрел. Ты как робовойсишь. Друг смотрел новый, я не смотрел на гребне волне в принципе. В смысле, он смотрел новый? Я не понял, что он смотрел? Новый. Новый это какой вообще? А хер знает. Слав, новый это какой? Максимум года 4. Я даже не знал, что ты выходил. Кто там бегает? Кто там бегает? Александр, может, ты бегаешь? Почти... О, робот! Враг, враг! Окей, иду к вам. Двое! Я упал. Граната. Я упал. Почти. Ползай нахер. Я умер. Мы потеряли одного. Ой, блядь. Это такое мясо, блядь. Такое мясо. Какое мясо? Говяжье, Максим. Почему у тебя говяжье мясо? Стейков, блядь, нажарить. Блядь, как он меня обошел-то? Бля, у меня ничего кроме снайпы нет. А хули ты молчал? Я думал, ты зарешаешь. Ничего личного. Может, в следующий раз подружимся. Я просто пытаюсь Андрея защитить. Ну, короче, да блин, меня Андрей сбил. Андрей защитил? Он умер, типа, минуту назад. Да не, когда я вместе, типа, Андрею помогал, я все тяжи свои отстрелял. Я про это говорю. Сколько у тебя их было? 15? Ну, где-то по факту получается один пак. Да? Ну, типа, вот сколько в автомате изначально, и типа один пак сверху. Ребят, все. Блядь. Чего? Я сейчас приду через минуту. Куда ты там собрался? Да хуже прямо в ад. Да блин, Александр, сейчас Андрей что-то про свое говяжье мясо говорит, я что-то вообще загрузился, я думаю, какое говяжье мясо. А у меня в руках только снайпа. Блять, я вас вообще не слушаю. Потому что это типа, вас послушать, это типа диву, даже с чем вы вообще разговариваете. Нормально я разговариваю. Да гребни волды, говяжье мясо, какое-то еще говно. Типа, блядь, ребят. Это не серьезно, мы же типа сюда пришли отсасывать. Почему мы не сосем? Так отсасывай! Сосат? Или не сосат? Вот в чем вопрос. Понимаешь это? Нет. Покажи на своем примере. Вот. Вот пойми это. Пойми и признай. Эх, шлёпать бы Андрея. И кружку пива. Андрей, шлёп, шлёп, шлёп. Давай. Слухи не смеёшься. В смысле не смеёшься, тварь? Сам же тварь. Шлёп, 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 Андрей.
Шлеп-шлеп-шлеп. Ласташлеп! Не грузи меня своим говяжьим мясом, все. Слышь ты! Сам слышь ты. Пивная жопа. Я тебя трахну. Максим. Че? Может быть, это и было забавное первый раз миллион. Вот это твои же шутки про твой рот, блин. Аналогично. Твой рот — это классика, да, Максим. Конечно. Я тебя трахну больше классика. Саш, что круче, твой рот или я тебя трахну? Я трахну твой рот. Вот. И это прям, ну, Саша, вот, типа, я тебя трахну, там больше слов. М? Угу. Хорош рыгать, Андрей. То как трахнет. Это ваш чемпион. Бля, ты такой, Александр? Значит, выпускающим буду я. Да, блин. Каустика. Ладно, все, давай, играем. Кстати, Саш, как сегодня водилка прошла? А? Как водилка прошла? Какая водилка? У тебя сегодня уже, у тебя сегодня у болгарин. Не-не-не, у него куча дел. А, болгарин как обычно. Не как обычно. Ну, обычно ты говоришь, что он любит проеб. Какой болгарин? Саша меня понял, про кого я. Хуя еще болгарин. Не мешало бы. Я иду сюда. Здесь проверку. Саша есть друг Андрей из Болгарии. А. Вы уже Александр Чехом не называете. Вы на самом деле болгарин. Я не прав, Саш. Не, болгарин. Первая кровь. Я иду сюда. Так, ребят, скажу вам плохую новость. Катку, следующую таки пойду спать. Это плохая новость? Максим. Я думал, тебе нравится со мной играть. Это нормально, только ты сегодня какой-то это, не такой. Ну просто ты меня сегодня... Я бы сегодня тебя не трахнул. Сказал, что тебя срать на обещание. Вот что? Я сегодня немножко расстроился. В смысле? Так, идем в город. Еще раз, из-за чего ты расстроился? То, что ты сказал, что тебя срать на то, что ты обещал. Да я такой сказал. Ну, где-то в пол шестого вечера. Андрей, перечитай всю переписку и подумай над своими словами. Вас стреляют? Нет. Стреляли бы в нас, я бы кричал, или Андрей стонал. Слышь, ну, ты? Ну, типа того. Стоналка еще не отросла. Внимание, появился новый лидер по убийству. У нас новый лидер по убийствам. Кто? Валера? Здесь нихера нету, выходим. Валера! 3 часа, Валера! Добавляй еще одну ловушку с газом. Ты не ты, когда ты Валера. Ты не ты, когда ты Валера. Ты что, мои здесь шутки повторяешь? Щита. Да. Зачем? Надо, Максим. Слышь, Валера. У кого телефон разрядил? У меня. А у тебя что, Xiaomi? Да. Кто у тебя? Здесь есть ранец. Второго уровня. Просто у Саши оказывается тоже... Только у Саши по-любому Xiaomi лучше, чем у меня. У тебя какой? Я уж не помню. Что, Саш? Я уж не помню. Это покупал. Не сильно свежий. О, свежий? Да, тухлый. Есть. Зачем вы тухлые покупаете? Так, у меня часто есть флатлайн.
Магический магазин. Второго уровня. Начинается сужение кольца. Мое кольцо сужается. Что ж, сужается крепче. Это не моя бочка была. Добавил независимую переменную. Ловушка с готовой. Куда здесь около нас? Блин! Рано! Да. Я все прекрасно. Это не твой газ был? Это не мой газ, это чья-то ульта. Содержимое этих припасов. Они снаружи? Стать решающим фактом. Да. Успеха. Я чекаю крышу. Я кидаю свой грин. На крыше! Осторожнее, я грин. Да хули толку. Пиздец, по ногам пробил. Там... Андрей, подними, пожалуйста, очень важно. Они окружают. Нет, сука, не открывай дверь. Блин, сзади! Саша, я лечусь. Прикрой. Я кого-то нахуй. Только не выходи через эту дверь, пожалуйста. Ага. Я лечусь, Саш. Да ты до сих пор, ты что, сколько ты будешь лечиться? Я готов. Макс, ты всех убил? Я здесь снизу. Вон, выбегай. Там еще двое, там двое. Блять, поебал, нахватался. Сейчас сек. Макс, чекай, пожалуйста, отсчета чекай. Молодцы, молодцы. Красавчик. Я все прекрасно вижу. Ловушку. Можно меня поднять? Сейчас, сек. Мое зрение меня не подведет. Макс, я сейчас подниму. Спасибо. Иди сюда, покурим кальян. Да я больше хил количество. Идите курить кальян, ребят. Если будут тяжелые патроны, перните. Здесь. Вы будете курить кальян, твари? Нет. Кто там где стрелял? Я сейчас быстро второй труп прочекаю. Куча вайтов. Мне нужны тяжи и дробовик. Же и дробовик. Здесь легкий. Ну там тебе. Ну дробовый патрон. Между прочим, ребят, я не слышал одного. Ну куда? В хату. Наверх, наверх. Да. Андрей, поднимайся, бус. И он в здании? Оба внизу. Не спускайтесь, будет по ногам стрелять. Андрей, чекай проход. Чекаю. Они поднимаются наверх. Я понял. Мое зрение меня не подведет. Один без брони. Ай! Красавчик! Идеально, Макс, идеально. Что, получилось? Да. Типа ты сделал все, что надо было сделать тебе. Он в тебя попадет. О, снял! Во-во-во-во, что это было? Это мой газ. Мое зрение меня не подведет. Еще одна перемещение. Они наверху, ребята, они наверху. Нихуя не внизу! Наверху или внизу? Стреляю!
Есть. Я их умер на красавце. Убей, нихуя себе! Я лидер по убийству, блин. Ну ты пососал много убийств. Либо ты пососал, либо затащил. Тут пока непонятно. Саша, иди нахуй. Я затащил. Не, мы все стреляли нормально. Не, типа разыграно просто по красоте, ребят. Реально по красоте разыграно. Дайте мне дробовых патрон, будьте пусечками. Здесь ни у кого нет дроби. Искать тебе придется. Блять, мастиф тема. Кто? Саш, давай покурим. Мастиф тема, погоди, где? Блять, мне страшно, ребят, я лидер по убийствам. Бывает. Уй, я лидер по. Размещаю ловушку с газом. Еще одна переменная для лабораторных крыс. Так, можем реально продолжить держать этот дом? Мне он нравится. Андрей, че по ульте? Могу. Можете попросить ее призвать? Сейчас, секундочку, я пингану куда? Можно. Типа вот на эту точку где-то. Никто тяжелого как магаза может... не видел? Держи свой подарок на день. У меня есть. Лишний? Ну я тебе не дам, у меня самого нужен. Че тогда говорю, что есть? Я хвастаюсь. Да, забирай. Что там херанди было? Что вы хоть спиздили у меня, скажите? Фиормор. Да, фиолетовый броник. То есть лидеру по убийствам фиолетовый армор не нужен, да? Ну да. Для трипл эффекта чок никто не видел. Когда-то давно. Так, если что, враги. Я на улице. Там лутают ящики. Блять, господи, Макс, я перепугался. Я думаю, наш штурмует. Не-не, там далеко, но я типа держу в курсе, они там есть. Окей, скажешь, можем куда не пострелять. Ну вот не, Макс, на такую дистанцию я стрелять точно не буду. У меня трипл эффект, я могу пострелять. А у тебя прицел есть? Да, бейк и ведомый. Бейк, у меня мастиф и ведомый. Какой я нахуй снайп? Попал. А, без броника? Открываю огонь! Без броника был. Походу только резнули. Что, нахуя ты играешь в Apex League? Макс, вот ещё на трипл тейк. Я его нашел тебе, он на крыше. Нормально. Понимаешься, по крыше ящик сразу первый. Окей. Там кто-то либо с Вигоном по нам пытается стрелять, либо с чем-то. Вон он там. Его там нихуя не видно. Макс, забей с ним стреляться. Я на него попал. Чувак с Вигона чисто по фану стреляет. Может, Еву набивает? Может, и Ева. Я ему дал магазин по фану. Типа, если у тебя есть X4, то как бы это еще имеет смысл. Ну, у меня есть X4. Ну, на трипот, ну типа, тогда это имеет смысл. Типа, нам достаточно держать этот дом. Он достаточно удобный. А сейчас кольцо с него. Сейчас кольцо уйдет. Нет, кольцо до сих пор на нем. Типа, следующая зона опять на нашем доме. Ну а потом уйдет. Андрей, дальше там останется либо 3 сквада, скорее всего, либо все решится прямо сейчас. Типа, мне патронов хватит на все. Я бы сейчас гранат пособирал на самом деле. Мне в дроби. Так, чуваки, я здесь в углу скину нам патроны немножечко. Не, мне дробь. Блять, я собрался здесь забрать сюрикен, Андрей его уже забрал, понял. Нет. Так, у меня нет сюрикена, нужно... Саш. У тебя нет сюрикена? Нет. Андрей, у тебя граната есть? Пускай будут. Возьми. Гранат себе возьми. Не помешает. Да с трупов собери. Ну, а две обычных она зажигал. На трупах есть гранаты? Бывает. Ну, если у врага была граната. Я не вижу ни одного трупа с гранатой.
Обожаю. Понятно. Ловушка с газом установлена. Так, сколько у меня бочек? Раз, два, раз, два, три, четыре. Бегу. Все, у меня фу. Андрей, поднимайся наверх. Блять. Ду. Где бегут? Там, опять же, возле ящиков. Да, он настреливал Еву, у него фиолетовый уже. Четвертый раунд. Начинаю отсчет кольца. Понятно, вот теперь нам точно жопа. Да похуй. Да в смысле, зона тупо на опен. А. Пошли, ладно, я затащу. Я лидер по убийству. Так, чуваки. Есть одно место, куда можно прийти. Это вот этот вот дом. Не помешало бы устроить здесь проверку. Прямо сейчас? Да. Ну что, народ, погнали нахуй? Не я. Через ангар идем. Через ангар идем. Будьте осторожны, здесь может быть что угодно. Надо прийти ангар насквозь и не словить поебалу. Чуваки, не бросайте меня, пожалуйста. Есть враги. Добавляю переменную. Минута до закрытия близлежащего кольца. Эй, по мне тут стреляют. Я Андрей, понятно. Порядок. Он там на хате сидит. Тут. До кольца не так далеко. До шати осталось 45 секунд. Блять, сука! Пизда! Ты живой? Оставляю за собой ловушку с газом. Саш, поставь дверь. Дверь, держите, плиз. Я держу дверь, Саш. Да нету дверь. Размещаю ловушку с газом. На нас нету зоны. Я все прекрасно вижу. Жив! Так, там рейв было. Чуваки, с порталом вроде. Нам как-то придется реально их штурмовать. Нам может через крышу? Саш, пошли через крышу. Через эту крышу? Нет, блядь, через... Погнали. Супрак. Перезаряжаю. Сзади! Пиздец. А, блин, я почему-то подумал, что это Александр, потом вспомнил, что Чапи не Александр. Капец. Саш! Видишь, я вполне себе тащил. Да, красавчик. Красавчик. Чё могу сказать? Красавчик. Я, конечно, не ты, но всё-таки. Но я, по-моему, больше тебя урона нанёс. Нет, я нанёс на 30 единиц больше. Девочки, не меряйтесь уроном. Мериться другим надо. Андрей, у тебя 10 200. Чего? Монеток. Да. Как ты узнал? Ты уровень поднял. А у меня 9600. Да ты, блин, купил персонажа и не играешь на нем, Макс, типа. Да блин, он мне не понравился. Сейчас сыграю. Вот это вот ты его не покупал. В смысле? Да просто типа поиграл за персонажа, понял, что хрень какая-то. Не знаю, ты по-моему, за оба... Ну, по крайней мере, я видел, что ты сыграл за оба две игры. Да не, больше. Ты че? Ну, три... Нет, три минимум, Саш. Я только с вами там играл. Андрей! Что, Максим? Ну, нажал готовый, все. Не могу. В смысле, не можешь? Серьезно, не могу. Дай, Саш, я сейчас выйду из команды, позови меня обратно, ладно? Я не могу зайти, команда заполнена. В смысле, команда заполнена? Жми готово. Макс, нажми просто друзья, распустить команду. А, в команде слишком много игроков для выбранной игры. Чего?
Почему там Макс, у меня что вдвоем стояло? Теперь нажми не готов. Андрей? А? Ну нажми готово. Хуйна. Зачем? Я не в команде. В смысле, ты в команде? Не в команде? Я не в команде. У нас блядь, в команде. Почему? Макс, распусти пати, плиз. Как? Нажми друзья, лив пати. Типа покинуть группу. Я не знаю, как на русском. Выйди из команды. Какие друзья? О, выйди из команды. Я просто выйду из команды. Теперь я вышел из команды. Теперь еще раз собираемся. Вот. Я вас позвал. Ну, я же нажал, да. Все. Там. Андрей. Я сейчас отойду, но скоро вернусь. Угу. А что вы решили сейчас в Apex сыграть, Саша? Поздно ж уже. Хрен знает, Макс написал, типа, хочешь в Apex? Ну да, я хотел, типа, ящичек забрать. Ящик забрал, все, чувствую себя хорошо. А то я просто сижу, смотрю, Форсаж, такое твое сообщение. Я чисто случайно его увидел, если честно. Ну вот. Бывает. Чтоб ты понял, что я на телефоне Discord обычно не чекаю. Ты тоже не совсем час его чекаю. Что, у тебя же мясо готов? Да, я могу нажать. Ну, может, держу Максима. Да жми готов, там, типа, насрать, без него справимся. Ты и я, мы команда. Мы выясним, что, типа, ты тащишь, и я тащу. В смысле я тащу? Ну, в смысле, ты что-то урона нанес? Шесть чуваков добил? Добил. Не, я двоих точно убил целиком. Ну, типа, я дамажу по всем тем, кто на меня выходил. Я просто вышел, я спускаюсь в лифт, а там чувак стоит. Я в него два раза шотаю, и он... А ты с чем был? С мастифом? Да. Ну, мастиф классное оружие. Не, ну, миротворец лучше. Я нахожу в смерти ну, миротворец я с нихер лучше. Так, чё у вас тут? Чё, решил рейв попробовать? Не знаю. У меня лепардовая ёба. А, как трусы? Ты спиздил трусы Саши? Да, из них костюм сшил. А у меня тоже зеленая полосочка. Знаешь? Are you understander? Вообще, типа, если Андрей купит октана, реально купит октана, мы сможем играть прикольную пати, которая Pathfind. Ну, в принципе... Мне, в принципе, осталось немножко на кафе. Типа, в чем сила пати Pathfinder, Лоба, Октан? Она охеренькая быстрая и мобильная. Октан-то с какого перепуга быстрый? В смысле? Он жмет Q и ускоряется до много. До пизды разгоняется. Ай, давайте в бойцовскую яму. Я передумал. Хуа-хуа-хуа, бойцовскую яму. Чтобы устроить здесь проверку. Помни, как тут лут валяется вообще. Тут есть вообще лут? Говорят, что здесь есть еще враги. Где? Что-нибудь стреляющий в ком-нибудь есть? У меня есть. Мне уже стреляют. Вот что случается, если забудешься. Да суп! Да вот охуя просто. Я его добил. Молодцы. Андрей кавери. Я пытался кулаками вам помочь. Просто душка. Так, все. Вот забрали, уходим. Они ее продали. Перезаряжающий. Ну, главное, щит заберите. Здесь нокаут щит. Первого уровня. Набрал. Погнали за мной. А, Макс, чё? Ты че колен не курил? А был колен? Да, я кидал колен, Максим. Я сказал, давай покурим. Ну, я не понял. Ты тупой, все нормально. Сюда. Андрей, вот еще раз. Максим, ты что тупой, уже? Я тупой.
нахуй, Саша тупо. Если бы мы были умные, мы бы друг с другом бы не играли. Так же, Саша? Да. Звучит как оскорбление. Бураник, увидите, свистите. О, нашел. Все, не надо. Максим, шо? Смирить, мы тупые. Господи, я играю в две Евы. Как вам сетап? Ни хрена себе за ящик. А, короче, если офлайн открывает, то там, типа, дополнительно таких ящиков. А, окей. Как интересно. Ну, я, по крайней мере, так заметил. Уже Андрей, ты открыл? Да, да, Андрей открыл. Вот. Блин, рюкзаки кто-то видел? Мне рюкзак надо очень. Пока что нет. Саш, твой любимый ружье. Какое? Энергетическое, которое, типа, мол, ты говорил, прицел, что капец. Чё? Ты меня понял. То, что можно только мышку вниз и вообще стреляешь. А, хава, господи. Не, в бункер не... Не, бункер хуйня идея. Разворачивайтесь. Это хорошая идея. Метнула прыжковый модуль. Я смотрю, что туда уже дропали. Блин, мне бы рюкзак откопать. Я тебе могу сказать. Да насрать на ведомого. Не знаю, может нам надо. Зачем тебе срать на ведомого? Объясни мне. Сри на ведомого. Всего... Ты всего лишь человек, он всего лишь револьвер. Зачем тебе на него срать? Сри в дырку, блин. Так я в дырку, так я в дуло сру. Никит, хочешь легендарную вещь? Знаешь, почему меня игра лагала? Почему? Потому что Дискорд работал от NVIDIA. Ага. Я... Саш, поднимешь? Не могу. Не поднимай, не поднимай, не поднимай. Я вот он, Саш, если что. Вот тогда отползи. Все. Макс, живи. Понятно. Ну я броник сбил, вроде. Не уверен. Какая у тебя задержка на стриме? 10 секунд где-то. Никита, бля! Кстати, я похвастаюсь. Я в прошлой катке был лидером. Андрей, просто, там враг. Чувак, там два сквада, забейте. Можем еще выжить. Просто чувак с чардж райфа стреляет по мне, а не по-другому. Блять. Ой, ёперный театр. А чё, Никита, ты это к чему? Прошу. Да. А? Ты это к чему спрашивал? Про задержку. А, да, просто типа я сижу в Дискорде, смотрю твой стрим, и такой лютый рассинхрон. Я просто охуел немножко. Не, а там секунд 10. Ладно, Никит, сейчас ты будешь с ними играть, нервничай. Не, последняя катка, я ее на кисвали. Я спать хочу, я так по приколу зашел. А, и тебе что, мы с Максимом пьяные. Не, я уже протезил. А я еще пьяный. Я-то не бухаю посередине недели. Ну ко мне друг пришел, мне что было не пить. Сука, я-то не бухаю посреди недели, сейчас только начал. Что можно дать женщине? Максим, ты такой сексуальный. Да вообще. Еще больше. Блин, вообще ввели Йову, симпатичную девушку. А, ты типа слышал, что я говорил? Я, короче, типа вот эти вот создатели Апекса, я или там какая-то студия. Ну да, Respawn. А, Respawn, я... да. Такие, типа, Respawn, заявили, я... что отрицает женскую сексуальность, это тоже сексизм, поэтому мы теперь типа сексуальных персонажей будем добавлять. Они говорили это конкретно про образ Лоба. Да. Ну, блин, все равно. Лоба... Хороший знак, Лоба... хороший. Наконец нормальных персонажей снова буду делать. Нормальные персонажи, не знаю, лучшим персонажем в этой игре все равно является Рейс. Не, я имею в виду визуально. Нет, Bloodhound, ты чё, охерел? Bloodhound лучший. А, да, точно. Ну, потому что он кричит, я, блядь, хундер. Ну, да. В принципе, я бы не... Я бегу в дверь сразу. Если бы Рейс кричала, я, блядь, хундер. Это тоже было бы неплохо. Я бы охерел. Ну, бля. Да-да. Максим, дай оружие, пидор. Ой, пардон. Слушай, Андрей, я тебя реально отпинаю, а? Да я пьяный, мне... Да мне похуй! Говорить мат.
пьяный, не пьяный, я пермач сам себя не заработаю. Да, вот ей-богу, если за тебя получу, я тебя выебу. Спаси мою жопу! Максим, спаси мою жопу! Максим, спаси мою жопу! Чё, где? Кто тебя убил? А, где я? Это Александр! Это я! Спасай мою жопу! Проходим. Спасибо, Максим, что спас мою жопу. Чуваки, я вас кинул. Там что-то нет, они типа обходить надо. Меткость от бога у меня прям. Контурный стрелок, что ты хотел? Это даже не контурный. Нормальный. Я даже попал пару раз. Это было я похоже там на то, что можно? Противник позволил тебя, тебе попасть по нему. Максим, не я тебя трогаю за всякое. Я почти патронов нет. Блять, а у меня лаги. Никита, не противник мне позволил, это я ему позволил промахиваться по нему. Я положил Ватсон. Там что-то на крыше кто-то. Максим, вернись! Это, блядь, Кондор! Максим, куда ты попиздил? Максим! В смысле, да тут я? Да Максим так фиол утянется. Там в домике дальнем за вами фиол. Максим, что-то. Я потрогаю тебя за всякое. К вам лоба тропается. Чё? Да блин, мне можно подняться, откуда вообще? Да вон там фиол слева в доме. Блять, я уже все забрал, забейте. Да там в доме фиол. Броник вроде. Блять, Саша забрал пулемет. Охуенно. Не, у меня оружие нет. Вы не хотите еще один фиолетовый броник из дома поднять, нет? Ты сейчас заберу. Дайте мне чего-нибудь, у меня пистолет и нихуя. С какой хаты, Никита? Да, в которую Макс пошел и забрал его. Максим, дай мне хоть что-нибудь, у меня нихуя нету. Бля, что ты хочешь? Карбин. Тебе оружие нужно или чего? Да. У меня броня нужна, и оружие, мне все нужно. Нет. Там, знаете, Саша, типа. Ворону переквалифицировался ненадолго. Карбин, карбин. Дайте в жопу. Ребята, у меня есть просьба. Давайте Никиту забаним в этом канале. Ну я рофлю просто. Нельзя, что ли? Нельзя, Никита. Надо. Так, мне нужны микробанки. Что мне значит микробанки? У меня просто ровным счетом, у меня пистолет и все, блядь. Я тебя пометил? Я тебя пометил, Хэмлок. И чё? Чё-то я там так пометил. Бежим на треугольник. Вот и ведомый. Где Максим? Ой, ты мой, моя пуська, иду. Блядская птица, лут не хотела отдавать. А оружием ты мне, а патрон ты мне к ведомому дашь? Нет. А что это у вас за кол треугольник? Что вы называете треугольником? Ну, блядь, здесь под репульсором треугольник находится. А-а-а, я понял. Хорошо, если найдете ром, ну, поделитесь. Вот это треугольник. Я найду. Андрей, там типа на крыше что-то есть. Андрей, там на крыше что-то есть. Где? Где-то этот... Макс, короче, здесь на карте куча лута, да? Ищи. Бывает. Как тебе такое? Вот, Андрей, легкие боеприпасы. И... Нахуй, хлопчик. Не знаю, в этом файте мне понравилось агрессия All-Star, топовое оружие. Я только благодаря тому, что это All-Star, я победил. Так, лейты. Андрей, кинь кальян! Кальян, кинь! Спасибо. Там внутри ни хера интересно, нет, только патроны. В кальяне интересно. Спасибо. Что?
У меня яблочный. Я, если что, магазин где-то могу найти, найти, поставить. А, погнали вниз, здесь нихера интересного нет. Мне хотя бы неинтересного дайте. Типа, Макс, можем спрыгнуть вниз, да, и поставишь там. Что я поставлю там? Ну, магаз. Давай. Ну, накрышивалось. Иди ко мне, иди на меня. Давай. Чё? Вот, вот туда. Да, может быть что-нибудь полезное. На! Я отмутузил воду. Чем ты воду отмутузил? Вчера ещё магаз. Андрей, спускайся с нами. Прям здесь ставь магаз. Магазин открыт. Проходим, не стесняемся. А, хрен вы здесь. Чисто посреди зоны поставить магазины такой. Пирожки, горячие вкусные пирожки. Кукуруза, нравится, горячая кукуруза. Смешно, нихера не надо. Хотя... О, это меня. Я сейчас немного вайтов напишу, пацаны. Кому? Тут где такой пустой щит мне бы его. Кого тебе? Корпусный щит синенький тут где-то валяется, но я не смог его взять. Почему? Ебой, пацаны, я типа... А ты через магазин не пытался его взять? Я два стака и... Я взял патроны и пистолет. Ебой, пацаны, я свистнул из магаза 200 патронов. Что, как? Ну типа, можно оставаться, я свистнул 200. Ебой! Слышь, бой. Можно больше, на самом деле. Я не пробовал, но по идее можно. Можно. Ну типа... Не, можно больше. Я вот смотри. Смотри. Если ну, ты. Типа, это инфосотка, что можно больше, типа. Чем 200? А... Ну да. Ну это если ты стрелять будешь. Ну, типа, нет, у тебя может случайно случиться так, что у тебя не добитый стак. Ты просто. Недобитые 20 патронов в стаке, ты хотел сказать. Ну да. Андрей, синий броник. Второго уровня. Так. Мне это пригодится. Подбирай за нами, давай. Угу. Андрей? Я подобрал, Максим, спасибо. О. Дай бог тебе здоровья, жениха. Да. Ты бы сказал, понял, а тут ты молчишь, блин. Давайте посмотрим, что там. Максим говорит, дай бог тебе здоровья, жениха. Ну да. Я ни на что не намекаю. А то всякие небогатые женихи мне тут попадаются. Саша, а ну работай, заработай на Мерседес, чтобы катать Максим. Да он продал все свои мерседесы, чтобы, короче, заработать на этот скин для Октейна. В смысле? У нас тут, кстати, Макс, у нас тут вещи... Это синий скин. Типа, это говно, типа, даже не живое, оно у тебя появится. Нет у меня даже такого говна. Как интересно. Ребят, у нас тут две пары. Максим и Саша, и я, и Ники. Подожди, у тебя на Октейн на синий скин был? Хочешь сказать? Да. Который ты используешь. Да. Если тот, который 60 металлов ребят. Стоит, Даш, ого-го. Типа, Макс, ты реально, это стоит 60 металлов? Не? Тут. Да. Что? Так, к сведению. Тут где? Лут могу кинуть, Саша, блядь. Не тут а, есть. Ты можешь лут кинуть? Тут. Погоди-ка, здесь фил магаз. Ну то я удачно его приметил. По-моему, Саша лучше лут видит, чем... чем я Макс на лобе. Ну типа, я бегу, смотрю, какая-то фиолетовая херня похожа на White Mag. Такой, типа, опа, White Mag. А Макс смотрит через стену, какая-то фиолетовая фигня. И да, просто... я вообще не различаю, ничего, я просто бегаю. Андрей, твой лут? Мой. Андрей... Ой, не Андрей. Макс, поменяй, может, эту того цветовой режим. Зачем? Может, видеть лучше будешь. Нет. Не, Макс, ну что, типа... Ты говоришь, что я цвета не разделяю, ну, типа... Разделяю, типа, в смысле, RGB? RGB. Я так их не... Что вы надеюсь найти на маркете? Просто хера ты поставил... Да, я прицелы смотрю. Ну вот тебе К4X8. Вот, нашёл шлем. Прикинь? Шлем я нашел. Класс, у меня уже фиолетовый. У меня нет. Вот. Хочешь синий? Покажи где.
Где-то там. Могу поспорить, здесь есть что-нибудь интересное. Что мы делаем на маркете, скажите, пожалуйста. Не знаю, ты нас сюда привел. Вы здесь засели, как проклятые. В смысле мы тут засели? Я тут просто бегаю. Ну уже второй круг его наваливаешь, если что. Не второй. Полтора круга. Ну ладно, ты первый закончил, да. Но это и не второй, хорошо. Ладно, хорошо, согласен. Я просто бегал. Там пытаюсь хоть один приклад найти. Я уверен, что они были, но я просто их проигнорировал. У меня хорошее предчувствие насчет этих припасов. Начнем? Есть тут один. Че? Давай. Кто из них настоящий? Ты. Что произошло? У меня такое впечатление создалось, что Саша выпадет. Этот... В настоящем дал дохуя. Максим! Чё? А ты где? Я вот он, подними. Александр, я его поднимаю. Блять, ты, конечно, вовремя. Спасибо, Максим. Два сквада, все, вы сдохли. Забейте. Да ну, тут можно оба сквада было хранить. Вай, он не хранил, он красный броник. Андрей, куда ты порейджил? Андрей решил ворваться в оба сквада сразу. Да. И типа отползать спиной. Не, я не слышал. Я не слышал крик Лерой. Герои не вмирают. Не герои, а Лерой. Лерой, Дженкинс. Твой рот и Лерой, Никита. Отлично, я занял позу 69. Молодец, Саш. Всем. Ты самый лучший. Так, чё, мы всё? Да. Бля, мне немного не хватило до уровня. Я даже неплохо стрелял. Мне тоже. Мне не хватило до уровня буквально 2 сотки. Мне чё-то золотую выпал. Мне до уровня тоже не хватило немножко. Еее, скин на Кодзиму золотой. 3646 всего лишь чуть-чуть. Всё, это намёк, надо Кодзиму покупать. В смысле, Кодзиму? Мне ты дали золотой поиграть? Скин на Кодзиму. А сколько Кодзимы? Крипто. А сколько крипто? Валюта. Это валюта? Подожди, а как делать, типа, облики? Ну, жвакаешь про только мыши и все. Легенды. На персонажа жмешь и там открыть написано. Понятно. Ну, короче, на Гибралта всякая хрень. Не Гибралтар, Макс. Гибралтар. Нормальный. Там одно, а не два. У меня два. Жирбролтар. А, блин. Не, ну Лоба прямо топчик. То есть это Йоба. Йоба. Вообще-то это не топчик, а корсет. Не, ну Йоба красивый. А у него даже есть скинчик сайберпанковский. Да там, по-моему, у всех, кроме Гиги. Гиги. Ну, у него еще этот есть. Стимпанковский. Да. Оно вообще топчик. Почти такой же топчик, как Саша. Не Саша, а Мираж. Саша, это Мираж. Мираж. Давайте, пацаны, все вместе дрочим на Миража. А это кто? Это Снейк. А это этот турецкий гей? А, не, погоди, это фиолетовый скин у меня в фифе. Но он мне дропнулся, кстати. Молодец. Чё мы мутим? Не знаю, чего мутить, я выхожу из игры нахер. Всё, навсегда. Ладно, стрим, пока. Всё равно никого не было.